Решил заскочить тут в магазин Трек, посмотреть, что тут новенького, ну и вам показать. Все, пошли, заходим. Так, ну вот у нас получается. По выбору, он получается мой висит сверху, такой же, как у меня велос. О, вот это вообще просто пушка-гонка. Это просто что-то космическое, короче. Из разряда космоса. Что у нас тут? Интегра, короче. Все вообще идеально. Здесь Интегра. Прям вообще нормально. Подсидел. Это карбон, скорее всего. Ну да. Вот эта тачка так тачка, блин. А, кстати, много кто спрашивал уже по поводу этих, блин, синглов там, фиксов. Здесь у нас такие стоят МТБшки. Эволки, треки. Да, тут эволки стоят. Все проще, 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 проще. Ну, вот такие треки, короче, МТБшечки. Че, он сколько стоит? Ну, по цене нормально. Шимано. На дисах. С Altus. Ну, такие прикольные трековские МТБшки. Или это харды? Не, вот разницу особо, короче, не понимаю. Харды, МТБ, блин. Вот такие начальные уровни вообще вот за глаза, серьезно, сколько он стоит. Ну, 1000 баксов, короче, стоит начальный такой, хватит за глаза. Вот такой вот есть, серенький, вообще неплохой. Такая ситуация здесь. О, нифига, это как на москвичах. Как на москвиче спидометр, короче. Ну, тоже прикольно, такой начальный велик. Все по-простому. Че, ломаться не будешь? Ну, ну и белый тут вообще, конечно, огонь. Белое огнище. И вот, я хочу себе еще в коллекцию вот таких вот синглов. Вон какие синглы эволковские, короче. Че у нас тут? Клещевые тормоза, это эволки. Эволк, да. Клещевые, сидушка такая мощная. Но эту сидушку надо сразу снимать, потому что это пока простата. Вот, задние тормоза вообще нормальные. И здесь все очень просто, флип-флоп. Топталки такие широкие. И все. Надежный, как автомат Калашникова, разные расцветки тут. И черный такой четкий есть. Прям вообще мне такие нравятся. Вон красавчики. Синглы, фикс. Все. Вообще нормальная тема, я считаю. И надежно. Как автомат Калашникова. Ну и вот МТБ. Ну, вот этот красава. Или как он? Вообще нормальный такой. Сколько он стоит? Так, это у нас... Ну, короче, около 2000 баксов стоит. Вот такой вот.
еще прикольная фишка, короче, что форма для велосипедов, вот именно экипировочка тут на распродаже, на нормальной. Они ставят там всякие кофты, майки, короче, надо что-нибудь сейчас глянуть, посмотреть. Также вон обычные, короче, шорты с памперсами, перчатки для зимнего катания. Вообще огнище все есть, короче. Вот. Что еще у нас? $10,000. Так, она здесь походу это, походу беспроводная вообще трансмиссия. Ну вот такой, короче, 10,000 долларов. Вот такой парнишка, 10,000 баксов. А еще тут, короче, есть. А вот электричка с бошевским мотором. Багажник. Турист. Я занят. Не видео. И вот такие еще товарищи есть. Рай.